Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Они просто самоубийцы. За мной! Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, на тебе они его считали покойником. Известный убийца. Лео, назад! Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. Работу!
Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши ноги нас не побеспокоят. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком, Аарт! Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильне, не сгибаются. Сделай знак, Аарт, на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Идем. Получилось? Разобьем эту кучу щебня. Я знал, что это сработает. Возвращаемся наверх, а то Ламберт сам убьет Химеру. О чем вы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума, сифилис и проказа. Вы просто как дети. Почему вы не сказали мне о круге? Трис, дитя мое, мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Меригольд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Весемир, если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, не сердись. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Нам разделиться? Геральт прав. Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. Нам надо разделиться. Кто куда идет? Я спускаюсь. Ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволлой. А ты, Геральт, нам обоим может понадобиться твоя помощь.
Лаборатория — это важнее. Я пойду с Трис. Я тоже! Эскель и Ламберт остаются со мной. Савола читает заклинание. Что-то сейчас произойдет. Земля дрожит. Чувствуете? Сейчас прорвутся. И... Защитим лабораторию! Нас ждет тяжелая битва. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его филин. Он ускоряет восстановление энергии. Это полезно, когда дерешься с магами. Идем. Пойдем. Ладно, не будем терять время. Если у тебя больше нет. Идем. Дальше нет пути, Белый. Я не позволю вам нарушить планы моего хозяина. Я сейчас позову сильного демона, который вас выпотрошит. Блеф! Он вымотался после телепортации. Ему силы хватит только на магические фонарики. Иди, мы им займемся и присоединимся к тебе еще до того, как ты разрушишь барьер. Оцениваешь врага. Энергия моих людей меня усилит.
Геральт, ты был прав! Они идут в лабораторию! Откуда ты знаешь? Что ты здесь делаешь? Что там с этим монстром наверху? Я хотел помочь, но не мог пробиться через этот странный круг. Савола кормит червей. Вот что важно. Нам надо добраться до лаборатории! Идем. Хорошо. Теперь у нас есть все. Профессор, займись ведьмаками. Молвит, ведьмак собьет стрелу на лету. Проверим. Лео, стой! Байка, как и думал. Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео! Он был здесь. Не найти. Весемир, Лео умер. Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает... что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Пока.
И не хватает всего-то мага, который бы знал, как всем этим пользоваться. Когда-то они меня уложили на этот стол. Мох и травы. У меня от одного запаха голова кругом идет. Да? Mm-hmm.